Продолжается нефтяное загрязнение Волги. 1500 литров нефтепродуктов собрано с поверхности Волги в районе Бурнаковской низины. По очистке реки приняты новые меры. Боновые сооружения общей протяженностью около 100 метров развернуты у берега в районе Бурнаковской низины. Благодаря им распространение нефтяного пятна дальше по реке Волги не допущено. Когда попадание нефтепродуктов в Волге прекратится, неизвестно.